Монморанси, а какой недуг одолевает вас? Вот Монморанси нашего возраста, но какой бодрый. Джентльмены, единственное, что нас может спасти, это активные действия. Да, активные действия. Спорт. Спорт. Джордж, что это такое? Это пудинг. Спорт или путешествие. Что вы предлагаете? Я предлагаю отыскать какой-нибудь уединенный, забытый уголок. Вдали от суетного света какую-нибудь заброшенную бухту. Какое-нибудь орлиное гнездо. На скале времени, куда едва-едва доносится гул и прибой 19 века. Романтично, но смертельная тоска. Представляю себе это захолустье, где надо будет ложиться спать 8 часов. Там, наверное, нет спортивного листка. Я не говорю, что за табаком. Придется бегать миль 10.